Да? MG Midget 1500. Раевский является председателем Зайцевского клуба старинных автомобилей. 80 лошадиных сил, мощность этого родстера, и он развивает скорость. Вот я делаю паузу. Этот маленький родстер развивает скорость 165 километров в час. Настоящий английский спорткар. Произведен был английской компанией British Leyland. Производился он незначительными партиями с 61 по 1979 год. Сейчас, конечно, таких MG уже давно не выпускается. MG Уильям Моррис. Моррис гараж, Моррис мотор, да? Вот откуда появилась аббревиатура, вот эта MG. Это Моррис, основатель компании, которая выпускала спортивные автомобили Великобритании. Валерий Раевский владеет этим автомобилем с 2005 года. Кстати, название клуба очень романтично. Дилижанс. Вот видите, как надо ездить на настоящем спортивном автомобиле.